сегодня. Мы сегодня проводим турнир в старшей группе. У нас будет 6 команд. 6 команд. Хотел еще отдельно. Ну, сейчас мы завершаем этот летний сезон на большом поле. Потом уже мы все переходим, вы знаете, да, в залы. Будет у нас уже, будем пытаться играть в мини-футбол, стараться в мини-футбол играть. Но сейчас этот турнир мы завершаем летний сезон. Поэтому хотелось бы мне, во-первых, поприветствовать команду из Доброго. Они впервые в нашем турнире участвуют, похлопали им. Команда из Суздаль 2, 3 человека их будут, потому что их не хватает, то есть, но все равно они будут помогать и там наши ребята из Суздаль 2. У нас две группы по 3 команды. Первая группа у нас Боголюбова 1, Добрая и Суздаль 2. Это ваша группа. Вторая группа это Боголюбова 2, Энергетик и Суздаль 1. У каждой команды в группе 2 игры. Та команда, которая занимает третье место в своей группе, она будет играть за 5-6 места с командой, которая заняла третье место в другой группе. Первые две команды, которые заняли первое и второе место в своих группах, они будут играть крест-накрест в полуфиналы. И дальше уже играем в финал и матч за третье место и 5-6. Все понятно? Еще хочу напомнить, кубок у нас, да, за 2 года существования нашего турнира Добрыня Кап еще никто, кроме боголюбовской команды, не брал этот кубок. Видите, она уже даже в желто-зеленых лентах, поэтому сегодня есть возможность отнять у боголюбовцев этот кубок. Также будут призы лучшим игрокам, поэтому силы не бережем, стараемся.
сейчас команда Боголюбова 1-6 очков. Второе место команда Добрая 3 очка. Третье место команда Суздаль 2 0 очков. Первые две команды сейчас играют полуфинал, проходит. В группе Б первое место команда Суздаль 1. Второе место команда Энергетик. Третье место команда Боголюбова 2. Таким образом у нас получается за 5-6 место играет сейчас команда Суздаль 2 и Боголюбова 2 здесь. После них начинаются полуфиналы. Первый полуфинал Суздаль 1 с Добрым, второй полуфинал Боголюбова 1 с Энергетиком. Там дальше кто проходит в финал, играет в финале, кто проигрывает в полуфинале, играет за третье место. Все понятно?
завершился наш турнир. Давайте по традиции начнем с призов лучшим игрокам турнира. Потом уже к награждению команд перейдем. Номинация «Лучший вратарь турнира» признан Тихонов Кирилл. Оу! Хорош, Кирюха! Сейвл. Молодец. Молодец. Номинация «Лучший защитник турнира» Багаев Анатолий. Хорош. Толян, заслуженно. Толян, хорошо. Пожалуйста. Лучший полузащитник турнира. Ничего, Борис. Ладышкин Сергей. Ладышкин, спасибо, Сергей. Давай назад. Он не послал. Я уже, говорит, все умею. Зачем мне? Так, лучший нападающий турнира. Герасимов Александр. Хорошо. Сейчас вручу приз зрительских симпатий. Лучший игрок в команде. Добрая, который занял третье место. Пулько Иван. Блин. Такой, я ж его терпеть не могу, блин. Данил, тебе даже руку не нужно сжать. Я тебя так, ну и... лучший игрок турнира. Всего. Всего. Сенчагов Егор. Шурик тебя так не догонит пока, да, никак? Так, давайте к награждению. У нас за третье место, в борьбе за третье место, проиграли в борьбе за третье место команда «Энергетик». Похлопали им, да? Да. Выходите, медальки получайте, да. Кому дал, там назад маленько отходить. Она сразу, да, 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 можно уже, да, в ломбард ехать. Ой, поехали сзади. Регистратор, первым делом. Так, третье. Ничего страшного. Третье место, команда «Добрая». Похлопали. Второе, Грин, пока ты там одеваешь. Второе место, команда «Суздаль-1». Серебряные медали, похлопали им тоже. Можно даже улыбнуться. Есть куда работать. Первое место. Команда «Боголюбова-1». Я за первым. Не уходи далеко, там надо куб поднять. Ну тут не выиграем. А? Не отдадим. Видишь, ленточки даже не снимал. Вы были уверены в победе. Не, медали вам, кубок мне. Я его домой повезу, буду из него чай пить. Молодец. На счет три, давайте. Раз, два, три.